очень бедных людей. Этот документ означает право каждого гражданина России на приобретение собственности по номинальной цене в 10 тысяч рублей. לפי החלטת אבי ההפרטה, אנטולי צ'ובייס, כל אזרח רוסי היה אמור לקבל את חלקו מתוך ההון העצום שאספה המדינה בשנות השלטון הסובייטי בצורה של מין שובר, שנקרא ואוצ'ר. את הוואוצ'ר ניתן היה להפקיד בקרנות מיוחדות, ותמורתו לרכוש מניות של מפעלים. אבל העם לא האמין בערכן של פיסות הנייר הללו. Ваучер. Я один очень удачно продала за 25 рублей. Вот. И пошла, купила продуктов. По-моему, 10 долларов получили за это. Кто-то, нет, кто-то обклеил имя туалета, там, вместо обоев, когда с обоем было тяжело. Я его продала и купила себе вещь. Понятно? Какую вещь? Ну, мне надо было вешалку. Так, народ обобрали. Вот. Спасибо, Чубайс. В результате возникла ситуация, когда возникшая в стране более 400 чековых инвестиционных фондов, мы их активно поддерживали, собрали около 40 миллионов приватизационных чеков, и практически почти все эти чековые инвестиционные фонды обанкротились. Некоторые честно обанкротились, а некоторые нечестно обанкротились, но владельцам от этого не легче. В итоге 40 миллионов человек честно и откровенно ненавидят Чубайса и имеют для этого основания. Я беседовал с Чубайсом. Я говорю, вы же создаете революционную ситуацию. Чубайс говорил, вы слишком впечатлительны, не надо думать о народе. Ну пусть вымрет 30 миллионов жителей, ничего страшного. Родятся новые. Эти 30 миллионов не вписались в рынок. В 2017 году отбирали у конкретного человека. У конкретного человека. Отбирали дом, отбирали поле, отбирали завод. И конкретный человек свою конкретную собственность готов был с оружием в руках защищать. А в 90-х годах собственность отбирали у так называемого государства. То есть ни у кого. Я был категорически против и сейчас категорически против тех форсированных темпов приватизации, когда имущество гигантской страны буквально за бесценок распродавали или передавали своим. А сколько стоит? Вот. За сколько продавать то, что никогда не имело рыночной цены? Нужно было делать так, как можно это было делать, а не так, как пишут там в учебниках, да? Всем ясно, что надо продавать госсобственность за деньги. Не за чеки, да, приватизационные, за деньги. А у кого были деньги в России? Вот самый простой. Продать. Кому? Нельзя было продавать дороже, потому что тогда не было бы национальной буржуазии. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммуниста. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. 20-й вопрос. А первый вопрос один. Каждый появившийся частный собственник в России – это необратимость. Это необратимость. Вот в этом перераспределении нет ни одного довольного человека. Как это не смешно. Не те, кто в один день превратился в миллионеров, потому что они считают, что они могли заработать больше, не один, не два, если они заработали 1,2, а 10 и 20. Те, кто 10 и 20 заработали, считают, что они могли заработать 100. Ну, естественно, недовольны те, кто что-то потерял. Никого не трогать! Обрезать все телефонные связи! Чиновникам выкинуть нахуй на улицу! המריבות והוויכוחים הגיעו לסיאם בסתיו 1993, כאשר הפרלמנט יצא בגלוי נגד הנשיא. חוקי הדעות שלו עם הפרלמנט פתר ילצין בשיטה המוכרת ברוסיה באמצעות טנק. מסיתי המרד, סגן הנשיא ויושב ראש הפרלמנט, נשלחו לכלא. נחקקה חוקה חדשה שהעניקה לילצין סמכויות של ריבון בלעדי. После событий 1993 года президент понял, что у него нет сильной спецслужбы. А поскольку по их вместе с Горбачевым решению КГБ было развалено, он пришел к выводу, что надо создавать тот спецслужбу, которой бы он верил. Поручил мне это. Шомер Рошо Хаватик Шель Ельцин, рав-серен Коржаков,
נחשב לאדם נרפה, אפילו בקרב עמיתיו, אנשי הביטחון. עם מינויו לתפקיד ראש שירות האבטחה הנשיאותי, הפך קורז'קוב לדמות החזקה ביותר במדינה, מפלצת של ממש. בידיו הופקד המטמון, עצם הגישה אל גופו של המלך. קורז'קוב действительно имел серьезное влияние на президента Ельцина. Коржаков действительно понимал, в какой момент, о чем договариваться с президентом для того, чтобы получать положительный результат. И я думаю, что то, что делал Коржаков, по существу решался вопрос обслуживания Ельцина таким образом, чтобы степень его свободы были минимальны. Ельцин работал 2 часа в день, так же, как и я. Просто, ну как вам сказать, если человек в 9 часов приходил на работу, а в 11 часов он меня приглашал пообедать, и обед мягко переходил в полдник, а потом в ужин, а то в поздний ужин. И поэтому здесь приходилось действительно и сидеть за него, принимать доклады. Кто-то должен все-таки контролировать ситуацию. Вот я ее контролировал. חיבתו של ילצין לטניס קבעה את סגנון החיים של חצר המלוכה בקרמלין ושל הפקידות הבכירה. מדרגה מסוימת, העיסוק בטניס נחשב חובה. ביקור במועדון הטניס של מוסקבה היה שווה ערך לקבלת פנים בחצר המלוכה. כאן מינו את בעלי השררה. הדבר החשוב באמת היה להגיע לכאן. אם הגעת, היה לך סיכוי להפוך למיליונר. Все мое знакомство с президентом и вот с его окружением состоялось практически после того, как я стал членом теннисного президентского клуба. И вот именно там я познакомился и с Коржаковым, и с другими людьми, которые близки к президенту. Березовский использовал это на 200%. Стал завсегдатаем клуба для того, чтобы решать свои вопросы по бизнесу и свое видение политики проталкивал в клубе. Я считаю, что степень коррупции в России полностью соответствует степени преобразования в России. Она не является ни больше, ни меньше. Я не думаю, что в руках чиновника в Израиле есть возможность перераспределять богатство стоимостью десятки, сотни миллионов и миллиарды. Там просто нет такого богатства и такой непринадлежности богатства никому. Так вот, чиновник имел возможность одной росписью определить, тебе это принадлежит или тебе это принадлежит, или другому. האדם השני אחרי קורז'קוב במידת השפעתו על ילצין היה מאמנו האישי, יועצו הרשמי לענייני ספורט ושר הספורט, שמיל טרפישב. קשרי הידידות של מיכאל צ'רנוע עם שמיל אפשרו לו גישה בלתי אמצעית לשלטון. Мы никогда не кичили с дружбой с Шамилем Торпищем. Это была личная, персональная дружба. Мы выиграли 12 геймов подряд. Как-то он меня пригласил на кремлевский турнир. Приезжай, будут большие люди все. Ельцин. В это время я был в Москве, попал на теннис, сидел в ложе с Борисом Николаевичем. И с этого момента почему-то у меня начались все мои неприятности. В то время было много разговоров, что меня поддерживает Сысковец, меня поддерживает Ельцин, меня поддерживает Коржаков, Барсуков. Почему же тогда мы не использовали этот момент и не приобрели ни одну крупную нефтяную компанию? מיכאיל צ'רנוי עסק בכל הבלייה, עד ששם את עינו על ענף תעשיית האלומיניום. מפעלי ענק שפרנסו ערים שלמות וסיפקו תעסוקה למיליוני בני אדם, עמדו על סף סגירה. מי תיאר לעצמו אז שניתן למסור את ענקי התעשייה האלה לידיים פרטיות? בעצם גם היזמים הפרטיים לא חשקו בהם. לשם מה? ברית המועצות עמדה במקום השני בעולם בהיקף ייצור האלומיניום. אלא שהתמוטטות המשק רוששה את המפעלים. לא היה כסף לרכישת חומרי גלם, לדלק, לחשמל, לסחרם של העובדים. גם לא היה למי למכור את התוצרת. אלומיניום промышленность это вообще беда России. Для того, чтобы выплавлять алюминий, мы затопили, так сказать, 5 Израилей по территории, создав гигантские гидроэлектростанции в Сибири.
כמו מרבית התעשייה הביטחונית בעולם.